В общем, рассказываю. Мы с Кариной прилетели в Стамбул, потому что здесь проходит неделя моды, на которую мы завтра пойдем. Все вам покажем, расскажем. Надеюсь, что это видео вам понравится. И сразу хочу начать с того, что мы только сегодня прилетели сюда, в Турцию. Я здесь ни разу не была, Карина тоже, и я очень рада, потому что Турция откроется для меня с другой стороны, так как Турцию я всегда видела только со стороны моря, отдых. А Стамбул, это же город. Центр, понимаешь? Так что ура, я очень рада, что я здесь. В общем, мы с Кариной заказали в номер покушать, потому что нифига сегодня толком не ели. В самолете что-то поклевали. В Макдональдс заехали, чуть-чуть поклевали, пока ехали в аэропорт. Поэтому сейчас, в общем-то, покушаем. Ты за себя говори. Я много очень в Макдональдсе поела. Биг Мак ела и еще картошку фри. Фай. Самый кайф заключается в том, что мы с Кариной сюда приехали не как, типа, подружка и плюс один, а как блогер и другой блогер. Ну, то есть, мы две классные чики, нас сюда позвали. И именно поэтому нам каждый дали свой личный номер. Хотя мы предупредили наших менеджеров, что мы можем жить в одном номере, просто сделать его побольше, чтобы нам хватало места для наших чемоданов, вещей, все такое. В итоге нам дали два номера, на каждую по номеру, и они находятся прямо напротив друг друга, и мы решили такое замутить в этом номере, который по документам является моим. Ну просто бывает. Забили. Нет, на самом деле мы выбрали этот номер, потому что здесь расположение кровати приятнее для наших восприятий. Каких-то. Потому что, мне кажется, мы первые сюда зашли, поэтому, типа, уже норм, потому что там все зеркально. Да. Божественно, хочешь попробовать, чтобы, может быть, завтра заказать, если что? Попробовать вот этот бургер. Я всегда боюсь заказывать чизбургеры не в Макдональдсе. Поэтому попробуем. Удачи тебе. Мне очень вкусно. Опять, наверное, я ем как черт. Ну и короче, мы решили там чемоданы хранить, а здесь спать, краситься и монтировать, типа работать, отдыхать. Ну, отдыхать, такое. Я забыла, что на камеру ем, извините. Что мне вам рассказывать? А, я номер не показал. Ну давайте, до завтра. Подожди, монетизация! Нафиг выключи музыку эту вонючую, на которых у нас нет прав. Доброе утро, брат. Байми, хорошо сказал. Мы подружки. Угу. Не встречаемся. Мы в Каринином блоге, когда Карина на камеру снимала, мы... А вот пусть посмотрит. Ну, одну фразочку ржали с того, что мы попросили king size. Ну, точнее, нам сказали, не переживайте, у вас king size. Мы такие, фух. Кровать имеется в виду. Да. О, привет! Сейчас время, обожаю говорить время, 7:44, встали мы в 7, просто 40 минут страдали фигней, говорили про дождь за окном. Наслаждайся теплом, говорили они. Да, Турции тепло, говорили они, а у нас дождь. Да, к сожалению, наслаждаться сейчас пока особо нечем. Рано встали, все такое, единственное, что кайф, капучинку заказали. В общем, сегодня у нас показ. Или показы, мы не знаем. Ну да. Карина Кайли, Дженри Кендалл, хотя не знаю, по каким критериям я сейчас сужу, ну, наверное, может, потому что ты на нее похожа. Ну, вообще, ты себя Кендалл назвала? Mm-hmm. Это правильно. Кендалл худая. И без сисек. Ну нет, здесь не совпало. Ну да. Не, ну просто. Ну ладно, пофиг, представь просто, что я Кендалл, а Карина Кайли. Мы две сестры, которые собираем... А, блях, ну ты же не хочешь на показы. Тогда просто я... Мы будем две Кендалл. Близнецы. Да, кстати, очень забавно, что только Кендалл в мире мода, а Кайли такая вся бизнес-вумен. Ну нет, по Кайли формам можно понять, почему ее не зовут на показ, но она могла бы быть зрителем, но она даже не зритель. Не, ну я думаю, она ходит там на показы иногда. Они ходят с семьей. Они же хорошие люди, мы их давно знали. Ребята, сейчас Ким в Армении, представляете, как приятно? Да. Ой, как мне приятно. Да, ты была в Армении тоже. Да. Хотя бы одна страна, которая пересекается с семейством Кардашьян, где вы были вместе. Так что еще хотела вам сказать? А, ну и вот, ну и вот. Вообще нам должны были привезти сегодня одежду в номер, потому что мы сюда прилетели по одному проекту. Не только Алиэкспресс. Алиэкспресс и бренды, которые представлены на Алиэкспресс. Слышали? Вот именно по этой причине мы здесь.
красивые, видишь, девчонки. Очень красивые. Я просто, ну, типа... Да хватит себя унижать. Эй, я не унижаю, просто нафиг я самая классная. Вот. Но суть не в этом. Классный. Ну, блин. Как он классный, он нормальный. Он нормальный. Но говорит, что я просто этот, ну как ее, который в реальной жизни живет. Реалист. Я реалист, я понимаю, что на неделю моды прийти в водолазки, в которой я дома хожу, понимаешь, валяюсь с собакой, обнимаюсь. Ну как бы странно. Нифига. Хотя ты пришла, надела строгие всякие вещи. Очень красиво у тебя все отвали. Спасибо большое. В общем, мы сейчас пойдем на завтрак даже, мы на него успеваем. Я тут поняла. Ага, у нас будет всего 10 минут, у него, ну ладно. Слушай, ну, мне хватит, мы капучино попили, уже класс. Это что, пати? Мы что, едем в клуб? Ощущение, что да, не на завтрак, а в клуб. Тусить, на крышу поднимаемся, там закрытый VIP. VIP, понял. Короче, очень сложно, когда мы вдвоем снимаем влог, на самом деле. Нужно выбирать, кто когда снимает. Ну как, мы и так это не делаем. Пока что нормально, не сложно. Пока что нормально, да. Типа Карина что-то снимет, потом где-то там что-то время пройдет, где-то я сниму. Странно. Там очень красиво, но там очень мокро и холодно. Мы пришли на завтрак. Вот такой отель модненький, стильненький. Будем вот тут сидеть. Сейчас позавтракаем. У нас есть на самом деле вообще 8 минут, но мы справимся. Так, ну что ж, вот завтрак мой. Яйцо, яйцо, сыр, сыр. И вот это вот ветвичина, типа. Хлебушек, фруктики. В общем, мы как в Испании. Да, занимаем самые казарные места. Сейчас мы куда-то едем, я, честно говоря, не знаю куда. Здесь покурить не дали. Теперь можешь. Я не буду. Ладно, в общем. Интересно, куда мы едем? Офис какой-то? Забей. Это просто реально вся наша жизнь. Просто забей. В Турции едем на автобусе куда? Забей. Пофиг уже. Ну, дури, я Карине говорю, что я очень рада даже, с одной стороны, что такая плохая погода, потому что если была хорошая погода, я бы переживала, наряжалась, туфли, каблучки, все тип-топ, или как там это. Такие, ну да, да, да. Можно не париться, говорит, ну, блин, все равно дождь. Да, поэтому я в кроссовках чувствую себя максимально тепло, комфортно, только обидно, что вот дождик капает, и из-за этого как бы голова может там намочить. Косметоз смыться. Коротко о том, в какую погоду мы приехали из Москвы. Ура! Там обычно не бесит. Помни Грузию. Мы всегда приезжаем в солнечную Грузию, но при да. нас обязательно дождь и ветер. Блин, это пипец как обидно. Просто обидно до жути. Я сюда ехала фотки делать. Ну ладно, я сюда работать приехала. Ну что ж, возьми. Посмотрите на Стамбул, мои хорошие. Надеюсь, что мы его сможем получше посмотреть без дождя. Ну, я думаю, вы его у меня во влогах еще хорошо увидите. Тут у нас будет сейчас брифинг, нам будут рассказывать, кто мы по жизни, зачем мы сюда приехали. Тут какие-то награды, яблочки. Опять жрать захотелось. Ты чихнуть хочешь? Да? Я болею, ребят. А, Слава всегда на свет смотрит, чтобы чихнуть. Да, но я подумала. Он такой смешной. Я всегда понимаю, когда он собирается чихнуть. Он поднимает голову вверх, смотрит на люстру. Сейчас нам рассказали, что вообще как. Какой у нас план на эту неделю, скажем так. Сегодня у нас будет самый главный показ. Но всего мы будем на показах 3 дня. 3 раза. Вот, но самый главный сегодня будет, который мы вам покажем. Единственное, что, скорее всего, вы его увидите с телефона. А еще у меня тут... Такая болячка вылезла, я сейчас сюда Мурлин Монро. Ну что ж, вы меня плохо слышите? Тут громко музыка играет. В общем, приехали. О, я вижу Алиэкспресс. Сделали фоточку в типа фотобудке. Даже нам распечатали эти фотки. Сейчас пойдем, наверное, на показ уже. Короче, у нас еще мест нету определенных, поэтому нам сейчас надо будет найти где-то рядом места. Боюсь, что это будет сложно, но нужно постараться. Вау! Смотри, я в шоке. Боже, как красиво! Хочу этот наряд.
на обед. Что-то типа такого торгового центра, но это больше как фудкорт какой-то, да, тут много разных ресторанчиков. Есть даже внизу какой-то там Бургер Кинг, таких, знаете, фастфуда. Вот, но сейчас мы сядем в итальянский ресторан. Сначала мы сели сейчас в турецкий посмотреть, что там, но там почему-то только одно блюдо было, мясо, блюдо дня и все больше, ничего другого у них нет. Мы как-то удивились и решили пойти, в общем, в другой ресторан, чтобы можно было выбрать. Это ресторан плюс маркет, и мне нравится название Italy, типа, но не Italy, а как будто eat, кушать, али. Так, мы сели в итальянский ресторан, и Карина сразу налетела на хлеб. Оставь его в покое. Короче, я заказала себе самое дорогое блюдо в этом ресторане. Воду. Почему? Ну, неправда, я могу заплатить за него. Я просто, ну... Я просто хочу съесть то, что я хочу съесть. Я то, что я ем. Я кусок мяса средней прожарки. Так, посмотрите, какой кусок мяса мне принесли. Я просто в шоке. Мы вернулись в наш отель. Мне так нравится вот эта штука. В общем, мы немножко отдохнули дома. Вот столько. То, что между ногтями. И сейчас мы снова в автобусе, в котором, кстати, почему-то меня укачивает. И меня обычно никогда нигде не укачивает, но вот в этом автобусе уже третий раз едем. Еще вчера ехали. Вчера. Но мы вчера на такси просто обычно были. Меня почему-то тоже укачивает, не знаю почему. Дороги такие, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. А, ну да, сейчас у нас будет два показа. Потом еще мы пойдем на бэкстейдж какого-то другого показа, посмотрим, как красят девочек, которые модель. Вот, и посмотрим, наверное, еще их показ. То есть, грубо говоря, три. Два точно будет показа. Очень красивый Стамбул, так нравится, да? Посмотрите, как тут красиво. Да просто обидно. Не хочется тоже показывать. Не хочется показывать капли. Капли. На самом деле, очень много вот таких классных зданий. Модных. Новых, стеклянных. На самом деле, реально клево. Два легли, семь встали, 5 часов. Ну, для хорошего сна 9 минут, да. Да, и учитывая, я еще 7:05 утра проснулась, думала, что мы проспали все. Ночью я тоже быстро не могла уснуть, потому что мне было холодно, а еще мы притащили второе одеяло из другого номера нашего, положили его сверху, и они вдвоем получились такие тяжелые, иногда мне казалось, что у меня все онемело от тяжести, да? Но мне зато было тепло. Я в шоке с этой погоды. Ура, мы не опоздали. Короче, посмотрели показ только что, мне он очень понравился. Бесплатно, походу, дают Red Bull, а мы с Кариной просто вырубаемся. Мне кажется, что когда я стою, я в сонный паралич попадаю. Круть. Да, и мы сейчас берем, и мы с Кариной вспомнили, как мы моему дедушке говорили, в магазин с дедушкой приходили и брали кучу Red Bull, а моему дедушке говорили, типа, дедуль, это просто напиток, как кола. Сейчас мы увидим, как готовят моделей. Вот здесь их красят. Ох, вот бы кто-нибудь меня привел в порядок, а? На самом деле, поскольку я человек далекий от моды, в том плане, что я не хожу на показы обычно, не интересуюсь этим, когда меня приглашают на такие мероприятия, мне очень интересно. Да-да. Вот, я очень рада. Очень рада, что я здесь, могу увидеть все это изнутри. В принципе, я все так и представляла, куча зеркал и все такое, но прикольно. И меня постоянно снимают. Это странно. Ну ладно. Не, не странно, это прикольно. Чувствую себя вообще звездой. Посмотрите, что за команда. Теперь нас сюда привели посмотреть, как выглядит зал при свете. Это очень сложно. Смотрите, Юлю узнали.
Я в шоке. Где, ну вот, в Стамбуле. Такой прекрасный лук, мои хорошие конфетки. А это вот трендиол кофточка, советую, ссылка в описании. Курьер приходил, привозил. Короче, очень нравится эта футболка, короткая. А еще завязать тут можно прикольно. AliExpress, all stylish, all Turkish. О, мои хорошие. О, мои хорошие. Да, хорошие. Мы уже в номере, отдыхаем, греемся под одеялом, в халатах, в одежде даже. И заказали вот такое. Я решила все-таки сегодня тоже взять чизбургер, как вчера ночью, потому что он был неплохой, а выбор тут не сильно прям велик, ну, именно для меня. И мы смотрим... Офигенное кое-что, просто обожаю. Я так завизжала, когда это вышло. Да. Нурлан Сабуров у Дудя. Угу. Мой любимый комик. Да, он крутой. Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилось наше такое видео. На самом деле дальше будет лучше. Дальше вас ждет офигенный видос, просто который мы с Кариной будем снимать. 5 минут челлендж, 5 луков. В общем, за 5 минут нам нужно будет собрать лук. И мы это будем снимать с кавказским акцентом. Мы давно обещали, что мы снимем видео, в котором мы говорим только на кавказском акценте, чтобы было смешно, забавно, поэтому обязательно ждите. Люблю, целую, обнимаю, всем пока!